веки жили, они родному краю послужили, теперь его мы свято бережем. Степь ожила. По высокой траве скачут виртуозные всадники, стреляют из лука. В подворьях запах национальных блюд. Со всех концов праздничной площади звучат песни. Башкирский народ отмечает сабантуй. На национальном празднике руководство области отметило лучших тружеников сельского хозяйства и активистов башкирского движения региона. Премию за вклад в сохранение башкирского языка и культуры вручили оренбургским школьникам, победителям межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе. Я очень горжусь своим народом. В прошлом году я участвовала в межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку, где стала победителем в своем классе. И я хочу призвать всех башкир учить свой язык и не забывать свои корни. В Оренбурге сегодня проживают более 46 тысяч башкир. В регионе существует 14 национально-культурных общественных объединений. В 13 школах преподается башкирский язык. В домах культуры области работают 76 фольклорных творческих коллективов. У каждого народа есть чему поучиться, особенно отношению к культуре, традиции, обычаям, которые передаются с поколения в поколение. Я говорил уже о башкирах, что так же, как и любая народность, проживающая на территории нашей области, более 120, что это вообще оренбуржцев отличает радушие, гостеприимство, доброжелательность. Башкиры тоже в этом не отстают. На многих даже вещах и преуспевают. Организаторы сабантуя подготовили разнообразную развлекательную программу. Кроме красочных концертов, гости праздника могли поучаствовать в спортивных состязаниях, например, в национальной борьбе на поясах. Работали многочисленные игры и аттракционы для детей, а также ярмарка. Анна Данилова, Игорь Бероев, Новости дня.